Хей, hey, с вами Шумки, мы продолжаем ранить игру по названию Vigil. Окей, короче, я так подумал, давайте мы с вами телепортнемся. Тайная канализация, подожди. Короче, мне нужен магазин. В магазине мы с вами сейчас купим. Подожди, сколько у меня вообще тут вещей на складе? Так, хилки есть. Я могу хилок накупить. Как вариант. Подожди, а я секиру эту не... Надо секиру улучшить просто, да и все. Статус, который вы посетили последним. Так что у тебя тут есть? Да. Сейчас пойдем к кузнецу. Топор. Ворона. Нормально. Тогда пойдем заточим. Почему бы нет? Так, давай. Давай торговля. Напиток и настойки. Так, подожди. А что мне вообще тут некоторые вещи делают? Травкусу противостоит, всегда иметь при себе. Короче, весьма оружие без доброта едва его можно метнуть далеко. Напиток повышает скорость восстановления выносливости, но при чрезмерном потреблении головная боль. Ясно. Так, торговля. Такие свечи используют на каждом из трех этапов ритуала. Дает оружие 3. Ага, все. Подтвердить. Что тут еще такое ценное есть у меня? Ненужное. Ага, гвозди. Ну, в принципе, все. Но покупать, я не знаю, у них на покупку вот молот прикольный, но он стоит 80 кусков.
80 атаки. Инвентарь. Здесь, понимаете, заточен на 4,73. Так, давайте, короче, приковываем. Снаряжение. Ну да, он получше будет. Но тут... А, ну... Урон в размере части ОЗ. Единица. 0,1 типа. Ну давайте. Так, зачаровать. Вот максимум ОЗ противника. Спина. Стойкости. Ну, да. Три куска подтвердить. А, он так 200 стоит. Плевать. Так, а теперь вспоминаем, мы были в канализации. Телепорт. Тайная канализация. Так, это сейчас Брын где был, да, до этого? Ладно, и так нас сойдет. И так сойдет. Мне сейчас уровень поднимут. Железные стрелы и птицу дали. Что это за херня? Какая-то непонятная ладонь. Навыки. Каждая последующая атака наносит один урон, а такой вы получаете 25% урона. Блин, я вообще не знаю, что здесь вкачивать. Давайте я лучше буду вот это вкачивать, да и все. Thank you.
Так, а мы тут тоже да не были. Так, камень мерцания. Я могу еще пойти улучшить себе оружие, в принципе. Блин, камни вот эти, конечно, тяжко искать. Он использовался? А, блядь, использовался, оказывается. Там какой-то портал. Но там ладони. Камешек. Ну погнали, а что нам еще куда-то варианты есть какие-то? А, это как раз я вернулся обратно. Так, а вы помните, где был шахтер? Дело в том, что я могу сейчас сходить к шахтеру. А, внутри мы были. Если я сейчас найду телепорт к шахтеру, тэпнусь. А там мне нужно. Что-то одно из этого. Не, это точно не это. Ночь лагерь. Да, это место. Так, ладно. Надо было узнать, что здесь. Ну, мы идем в шахту. Создатель кольца вдохновлялся легендой о волшебном покровителе путешественников. Синий кристалл, от которого свет, аромат холодом. Аромат. Шахта.
Блин, меня бесит то, что... Ржавая кирка. Ладно, пойдемте сначала наверх. Кирка. Я так перепугался, может себе представить. Джей хотел меня укусить. И мне пришлось... Я... Иди к хижине в шахте лагеря. Там безопаснее, чем здесь. В шахте еще люди остались. Пожалуйста, найди их. О? Окей, золотишко. Дверь заперта. Почему все двери заперты? Я думаю, мне реле должен быть тройной прыжок потом. То что как бы... хоть так я туда не, да, не достаю. Главное не потеряться. Короче, это челики и суицидники. Добро. Так, идемте наверх. Надо ту сторону изучить все-таки. Я всю жизнь тяжело работал, и вот в чем все закончилось. Мои сокровища. Я вас всех убью. Я всю жизнь тяжело работал, вот мое сокровище. Ну ладно. Плевать. О, там что-то еще осталось. Заметьте, что они только нападают, когда они очень злые. Да, прыжки очень сильно помогают быстро передвигаться. То есть сначала идет два предупредительных, а потом стреляет.
Бля. Нахера они так сделали? То, что я не могу вовремя увернуться. Ой, черт, я вспомнил, что нам еще в канализацию возвращаться. Там же еще был он. Тоже лестница. Типа шипы и лестница. А я пошел по левой тогда стороне. Подожди. Короче, главное быть за шахтером за спиной. Ну, что он у тебя представляет? Шахтер. Бля, зараза. Зачем я использовал? Мне сейчас бы все равно уровень повысили. Мне бы все равно сейчас повысили бы уровень. Ладно. А теперь я смотрю, веселье начинается. Хо-хо, я не хочу знать, что это. За черта. Вщина. Так, говорю, сейчас месть, динамит. Так, тут есть проход. Пипец, здесь можно всего себе на... Ой-ой. Ай-яй-яй. Я просто не знаю, безопасно ли вообще туда падать. Так, а там сундук есть, интересно. Ох ты ж, ё-мо. Нет, походу там нету ничего.
Заселение. То есть я должен за какое-то количество попыток, да, суметь? О, смотрите, а там еще что-то есть секретное. Сука. Окей. Живот удачи какой-то. Где эта херня? О. Живот удачи можно использовать для украшения комнаты, ясно. Филин. Шахты опасные. Шахты здоровые. На помощь! Помогите! Ты в безопасности возвращаешься к шахтерскому лагерю. Так, короче, поехали вниз. Посмотрим, куда я приеду. Все, я вспомнил, куда я приехал. Вверх либо лево. Ну давайте. В смысле, блядь? Что у меня нет телепорт? Вы хотите сказать, я забыл сохраниться? Нет, все, вот. Давайте наверх сначала сходим. Какие-то ловушки с испытаниями. Какие-то легкие ловушки с испытаниями. Ну, походу я иду к кристаллам. Не. Какое-то сердолёковое кольцо. Снаряжение. С огромным мастерством вырезанной из цельного куска сердолика. Согревает владельца, заставляя его кровь буквально кипеть. Сопротивление огню. Неплохо. Давайте вот это заменим на это. Еба.
Меня не предупреждали за тележку. Я думаю, нужно подождать, пока снова телега упадет, и побежать. По звукам что-то летит. Ладно. Так, переключатель сломан. Так, сокращение пути открыл. Да, очень много золота дали. Так, я понял. Но он меня, в принципе, не будет... Я хотел сказать, в принципе, он меня не будет атаковать. Но он идеально достает. Фу, блин, я думал, он снова сейчас нападет на меня. Ладно, лучше отхилюсь. Дверь заперта. Да, все-таки это... Все-таки это кнопочка. Окей, какой-то лифт. С этой стороны не открыть. Так, пойдемте засейвимся и потом поедем на лифте. Но сначала нужно понять, куда меня вот эта сейчас дорога приведет. Короче, понятно. А за что мне цепляться? Элеп. Короче, я понял. Значит, я правильно нашел, нужно к лифту теперь идти. Вон оно что.
Так, и чё? Вот это вот на самом деле плохо, то что камера медленно очень вверх летит. Так, исцелительная херовинка. Красная шляпа, новые предметы. Так, стоп, это в инвентарь. Защита и стойкости до хера. Сопротивление огню идет. Модная шляпа из красной кожи, которая к тому же снижает урон от огня. Так, мне бы, конечно, куда-то уже дойти, потому что серию надо заканчивать. Мне интересно, правильно я хотя бы иду? Просто я уже просто куда-то иду. Багаюс. Хуй. Багаюс, багаюс. Так, там прохода нету. Слишком широкая локация открыта. Так, посрать. Он типа морским обитателем стал? А, я смотрю, у него еще есть один этап атаки. Ну, этот просто топором, поэтому по нему нужно три удара. Так, можно сюда. Можно. Так, ладно, давайте я, наверное, все-таки на ту сторону сейчас схожу. Еще уголек. Молодец. Секретки тут нету. Пофиг. Я не дурак, я не буду с ними драться. Так, это куда?
Ключ от шахты. Ключ от шахты — это неплохой предмет, я вам скажу, походу. Ключ от шахты, ключ от шахты. Фу, монать, я так и знал, что он мог бы мне достать. Маленький мерцающий камень, как обычно, динамит. Так, пойдем. Сохранимся. Так, сокращение пути мы открыли, поэтому пойдем вниз. Ага, сюда мы еще не ходили. Фонарь снизу. Ладно, тогда эту сейчас сторону посмотрим. Золото. Так, это... Да, проход здесь. Да, я могу топор полосу улучшить. Если так подумать. Ой-ой-ой-ой. Так, еще один сейф. Еще один сейф. А здесь у нас... Это так ужасно. Так ужасно. Теперь ты в безопасности. Нет-нет, плохо так плохо. Так, а сколько их интересно всего здесь? Так, наверх. Thank you.
хил. Бац, бац, бац. Удар, удар, удар. Все? Ну... такое. Так, что тут еще есть? Повышать скорость восстановления... А, от зелий. Снижает длительность истощения. Окей. Тогда, думаю, на этом мы и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.